Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в ПВЗ Герои. Так, усилитель для купонов, это нам не нужно. Так, задание для растений. Так, самоцветы в дар. Так, наборы, что за наборы? Наборы нас не интересуют, потому что, опять же, это все за деньги. Ну что, у нас с вами задания есть, так что, ребятушки, давайте их выполнять. У нас с вами остается здесь, ну, совсем немножко. Слушай, я же, по-моему, невыполнимо сделал. Мне опять, что ли, с ним драться? Случайный бой, выполните миссию. Давайте выполнять. А, нет, ребята, здесь у нас супермозг. Кстати, самый противный, на мой счет, зомбарь. Так, вытяните карты. Так, это меня устраивает, устраивает. Вот эти вот, пожалуй, мы, наверное, с вами, ребята, заменим. Так, во, пенек, отлично. И вот здесь вот нам заморозочка. Две заморозочки, капусточка и пенек. Поехали. Ух, ну, ход зомби, это же птица или самолет, а может летающий зомби? Да, Дэйв, супермозг всегда найдет способ обойти ваше растение и ударить прямиком в вашего героя. Звучит не очень, звучит очень противно и скверно. Так, что ты там на голову себе надел? Ну, блин, я не знаю, ребят, ну, пенек ставить как-то глупо здесь. Пускай, ладно, ребят, мы пропустим с вами атаку, пускай атакует, фиг с ним. Какими-то пробками бросается, говнюк. Так, ну, а вот теперь я, ребята, поставлю. Так, он, смотрите, ставит прочерк сосисочника этого. Мне придется, ребята, вот так вот делать. Мы здесь обменяемся, это понятное дело. Так, если он, конечно, сейчас не уберет мне моего... Нет, не убрал, за что поплатился. Пик, и он исчез. Так, кого он будет выставлять? Ход зомби, он выставляет. Опять прочерка выставляет. Ты что, специально ты издеваешься надо мной? А я тогда сделаю вот так вот. А прикроюсь пеньком, ребята. Чтоб было ему неповадно. Ну-ка. Да, мы пока терпим, ребята, с вами урон. Сосиску мы уничтожили, прочерка. Так, вытяните зомби из заморозки, да, короче, заморозочка. Нет, а если я не хочу, например, сейчас? Что, мне в обязательном порядке что-то нужно? Я не хочу, например, сейчас использовать этот удар. Блин, ну ладно, заморозим, хорошо, и карту вытягиваем. Во, грибок, кстати, очень хорошая карта, ребят. Мне пригодится. Так, еще один пенек мне достается. Ход зомби, кого он тут выставляет? Надгробие плюс этого мелкого фунтика. Давайте мы сделаем с вами вот так вот. Отлично, и, пожалуй, так, это у нас растение получает 2 плюс 2. Нет, зачем нам это сейчас не нужно? Я, пожалуй, поставлю вот так вот, прикроюсь. И давай попробуем, наверное. Хм, я даже не знаю. Ну давай капусточку нашу улучшим. 4-6. Так, кровожадность появляется. Вот так вот, нормуль, ребята. Здесь пока все отлично. Да, мы с вами, конечно, получаем урон, но, тем не менее, еще хп есть у нас. Так, достал он уже, если честно. Я думаю, сделаем мы с вами, пожалуй, вот так. Я выставляю сюда грибок. Я усиляю пенек. И также ставлю вот сюда колокольчик. Да, отлично. Посмотрим, кого он сейчас будет у нас убирать. Вытягиваю две карты. Довольный такой, а? Вытянул, блин. На! Получи в ответку. Ой, жалко, конечно, грибочек мой погиб. Жаль, очень жаль. Так, ну мы получаем 3 стрелы. И я буду его, ребята, выставлять, естественно, я буду выставлять. У него по хпшкам неплохо, у него атака 1, но зато 5 хп, плюс он в 3 стороны бомбашит, так что, я думаю, шансов у них здесь не будет. Так, зомби-пират вышел. Астронавта размещает. Ёпрс, это вот только его здесь не хватало мне. Ох, хо-хо-хо-хо. Но пенек мой еще стоит, ребята. Ать, атаковали. Пэу. Погоди-ка, а почему 3 стрелы погиб у меня? Что он там такое сделал, что мой 3 стрелы погиб? Ну-ка, давай посмотрим. Сражение пошло. Получил в рожу на 4. Так, подожди, что он там делает? Он усиливает атаку себе. Так, пенек бомбанул. Слушай, ребята, у него какое-то было отравление, что любой мой цветочек погибает с первого удара. Вот она печаль-то где была. Ну что же, я думаю, мы с вами выставляем вот сюда и укрепляем. Да, укрепляем наш 3 стрелы. Ну что?
Так, кровожадность вытягивает карту. Ладно. Ты, смотри, вот, смотрите, ребят, сейчас у меня капуста погибнет, видели? Вот это называется кровожадность. Ох, как я его сейчас нахлобучил. Ребята, у него всего 3 хп. Ух ты, это что это за новый цветочек у меня такой, я не помню. Блин, амфибия, не хочу, ненавижу амфибии, ребята, ненавижу амфибии. Так, что это за цветок у меня такой? Я что-то не помню, если честно, такого цветочка у себя. Но он, видимо, какой-то электрический. Вытяните 2 карты. Ага, вытягивает 2 карты. Дрожит бедняга. Боится. Ну-ка. И... Ага, вытягивает 2 карты. Так, телекинез. Бум. Ну, 3 стрел. Малорик. Ребята, мы победили здесь с вами. Причем очень даже хорошо. Победа растений. 10 карточек, ребят, получаем. Ох, ох, новый зомби-герой. Так, что мы за это получаем, ребят? За вот эту анчивку. Так, задание выполнено. Вы получаете нового героя. Каждый герой ведет 2 разных класса зомби в бой. Слушай, ну почему зомби? Я играю за растения, вы мне даете задание на зомбарей. Где логика? Так, и какой же герой мне тут достанется новый? Ах, я должен выбрать. Крепкий, зверский, зверский и безумный. Разгром. Офигеть, ребят, ну давайте я выберу разгрома. Мне он как-то больше нравится. Ох ты, вы открыли карты новые для этого зомби. Ого. Ладно, познакомьтесь с разгромом. Если он что-то хочет, его ничто не остановит. Мозги. Только не говорите, что я сейчас буду за него играть. Новое задание, разгром. Разгром докажет вам, что размер имеет значение. Это, конечно, все замечательно, но дайте мне доиграть за компанию за растений. Потом уже будем играть с вами за зомби. Так, а что у нас здесь такое? Вот нам еще нужно, ребята, нанести 300 единиц урона героям. Да, как-то у нас это... Так, и у нас еще... Подожди-ка секунду, ребят. А как нам интересно выполнить вот эти вот геройские задания? Вспышка на солнце, зелень, тень. А, я понял, мы вот эти вот, ребята, миссии открываем. И нам достается, помните, да, вот этот вот чувачок. Небесный стрелок, он у нас эксклюзивный, необычный. Да, мне бы, конечно, хотелось бы на него посмотреть в действии. Ну что же, а мы с вами приступаем к следующей миссии. Тут осталось совсем немножко. Изжить фабрику зла. Уклоняйтесь от контратак. Не забывайте про лампочки над вашими головами в сложных ситуациях. Так, ага. Дэйв с этими растениями. Так, кстати, на его же огород нападают зомби. Он же как фермер, но почему он с каким-то черпаком на голове? Бедный, боится. Так, и опять у нас тут Земех. Земех все не угомонится. Он уже получил от нас люлей. И опять он до нас тут свои эти шурупы, короче, крошит. Выбираем, ребята, с вами. Так, вот этого однозначно пока не нужно. Семена, давайте тоже пока мы их не будем брать. Ё-моё. Грибок вот этот, конечно, хорош, но я возьму... Вот, ребят, вот сейчас идеально. Потому что нам нужно сразу же, чтобы в руке было растение с одной, как говорится, манной. И вот так вот я его выставляю сюда. Пропускаем, смотрим, что он будет делать. Ты посмотри, блин, наносит 3 единицы урона. Да пошел ты, а, зитеч. Ребят, он мне уничтожил цветочек. Просто уничтожил мой цветок, блин. Хорошо, у меня следующим будет заморозка. Ну, раз он так хочет. Я специально... Ой. Здесь, ребята, он бронированного взял. Он взял бронированного, поэтому у нас не получится его сразу уничтожить. Не получится. Да, мы здесь, видите, я ему нанес только 1 урон, потому что он в броне. Да, вот такой вот этот хитрый зомби. Но он заморожен. Об этом тоже не стоит забывать. Я не знаю, кто здесь у нас появится, но мы сделаем с вами... блин. Ха, не получается у меня, ребята. Я тогда делаю так, двойной удар. И пропускаю, потому что все равно этот пока появится у нас. Так, мусорщик. Черт подери, у него, ребята, здоровье в защите. У него защита. Вначале мы с него снимем защиту, после этого только сможем его пробивать. Хотя у него она уже спала, отлично. Тогда мы с вами сделаем, пожалуй, вот так. Снесем его с этой линии. Нафиг он нам здесь не нужен, согласитесь. И будем выставлять, да, поставлю я сюда, пожалуй, грибок, ребят. И грибок у меня усиливает, естественно, двойного стрела, который у нас 2 раза стреляет за ход.
Пробиваем и еще разок делаем выстрел. Ну что же, 14 хп у Зитеча, плюс мой грибок атакует. И, как видим, у него уже остается всего 12 здоровья. Так, а вот это вот плохо. Это плохо, ребята. Это очень мощный чувачок. Смотрите, у него 4 атаки. Мы можем с вами как сделать? Никак, потому что у меня нету... Блин, у меня нет прикрытия просто-напросто. Вот что я вам скажу. Попробуем тогда вот так вот усилиться. Так, да. Одна хпшка у нас остается. Если он сейчас, конечно, что-нибудь не замутит. Он обычно любит уничтожать моих самых сильных зомбарей. Ой, самых сильных растений. Получи, гад. Давай еще разок его. Минус. Так, и что ему достается? Наносит 3 единицы урона растениям. Ну, я так и думал, ребят. Конечно же, он будет уничтожать самого сильного у меня из растений. Так, мне выпадает капусточка. И это уже хорошо, потому что, ребята, 50% победы уже. 9 здоровья у него остается. Но он вызывает, смотрите-ка, зомбарей, которые идут у нас именно с защитой. И у меня вот такой вот вариант есть. И давайте вытянем с вами еще каких-нибудь 2 карты. Посмотрим. Ладно, в принципе, ничего страшного, ребята. Здесь, конечно, будет у нас жесткий обмен. Так же, как и здесь. Да, ничего не поделаешь, ребята. Такова судьба. Потеряли мы с вами 2 грибочка. Так, 7 здоровья мы всего лишь ему оставили. И вот теперь будет самое интересное. Да, ребята, мне достается 3 стрел. Вот его, конечно, бы вот сюда бы вместо капусточки бы поставить. Но не получится. Поэтому я ставлю его вот сюда. Так, у меня 2 очка. Я ничего не могу взять, ребята. 2, придется пропустить мне все зомби... Получает 2 плюс 2. Да ладно тебе, блин, да что ж такое-то. И он еще под броней это все делает, а? Ты посмотри, у него... Да что ж такое-то, зомби... И плюс 3. Офигеть, просто офигеть, ребят. Ну? Нет, мы его пробьем. Мы его пробьем, если он сейчас вот эти вот 2 нишки не забьет. Я его должен прострелить, хотя у меня 3 стрела. Есть, есть 3 стрел. Блин, он сюда поставил уже этого. Хорошо. Так, 2 стрел. Я не знаю, стоит ли выставлять. Давай мы, наверное, сделаем вот так вот все-таки. Это, конечно, глупо было, но все-таки, ребят. Надгробие выползает. Оу! Этот жук уничтожает любое растение практически сразу же. Да. Ну, он тоже погибает, потому что он камикадзе, получается. Тыч! 2 здоровья. Ё-моё, ребят. Зомби получает плюс 5 к хп. Да это вообще неубиваемый у него зомбарь какой-то получился. Так, ладно, если капустка у меня будет атаковать. Ага, будет она атаковать. Хорошо, я сделаю так вот, ребята. Вот так вот сделаю. Сюда, сюда. И вызовем еще 2 каких-нибудь цветочка. Так, огнестрел, это хорошо. Предположим даже, если у меня капустка пробьет, у него останется 1 хп. Короче, давайте, ребята. Ну, как всегда, камикадзе. Он вытягивает... Мне гад карту, вы посмотрите. Не вытягивает, он ее что сейчас делает? Отравляет? Перемещает даже. Смотрите-ка, он сейчас мне 7 урона нанесет. 7 урона. Оу. Капустка, не подведи меня, родная. Так, у меня есть шокер. И у меня есть огнестрел. Поэтому я вот так вот делаю. Сюда ставлю шокера, сюда. Придется ставить огнестрела, ребята. И, конечно же, усилять мою капусточку. Потому что нам нужно пробивать вот этот ряд. Другого варианта я не вижу, ребята, его победить. Так, он опять перемещает. Да ну нафиг, да ты что, блин. Ты посмотри, он сейчас просто, ребята. Он побеждает здесь. Смотрите, он делает выстрел. Вот этого я никак не мог даже предвидеть, ребята. Представляете? Это был хитрый и подлый. Фух, да мне повезло, ребята. Мне очень крупно повезло, что у меня защита сработала. Ну, любого сейчас убираем. Все, ему крышка. Ох, ребят, хорошо, что у меня осталась последняя попытка на защиту, и она сработала. А так бы он меня сейчас просто-напросто расписал бы. Все-таки есть справедливость на белом свете, ребят. Ну что же, у нас остается, по-моему, 2 миссии, да, 2 миссии, мы их обязательно с вами пройдем. Поехали, следующее задание у нас, вот он и разгром. Вот он, ребята, и разгром. Встретились мы с ним. Я с ним ни разу еще не воевал. Даже не знаю, что это за перец, что это за фрукт, с чем его едят и что он будет делать. Так, дайте мы, наверное, с вами один пенек уберем. Ха-ха-ха, пенек убрали. И пенек же получили. Во, вот так идеально будет. Пенек, шокер, ледянка и еще раз пенек. Поехали. У разгрома 20 здоровья. Имя разгрома говорит само за себя. Он обожает крушить, особенно растения.
Он передвигается неспешно, но бьет сильно. А когда его друзья Гаргантюа выйдет на поле, придется несладко. Да я уже понял, ребята, что халявки здесь, по-моему, нам не светит. Вызываем пенек вот сюда. Так, пропускаем ход. Что? 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 Никого? А, ну да, он же действует не спеша, нам же сказали. Действует не спеша. Так. Ну давай я вот сюда поставлю заморозку. Кого он там вызывает? Да ладно, что, специальное что ли? 2-3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну. Замораживаем. Заморозили его. Так, еще дали мне заморозочку. Я сюда... Так, ну это уже, ребят, по-моему, нечестно. Это уже нечестно. Хотя, почему нечестно? Давайте вот так вот сделаем. Стоит он тут. Пошел отсюда. Так, ребята, мой шокер сейчас этого сумоиста... Это уже специально. Это уже, ребята, специально сделано. Причем он так тратит свои вот эти вот суперудары. Знаете, в легкую, так скажем. 4 единицы здоровья получает сумоист. Я сделаю вот так, ребята. Я сделаю вот так. Причем я прикроюсь этим же пеньком. Посмотрим. Так. Пенек выдерживает. Ага, шокер наносит урон линии, понятно. Это хорошо, кстати, между прочим. Так, пенек мой погибнет при следующей атаке. Здесь пень у меня прикроет, если что. Так что хорошо. Так, но он здесь вызывает надгробие. Ладно, я вот сюда выставлю 3 стрела. И все, ребята, больше никого не смогу. Поехали. Так, опять он вызвал сумоиста, который прыгает, соответственно, смещает мне какую-то карту. Он сместил пенька, соответственно, у меня здесь без защиты остается шокер. Но он выживет у меня все равно. Хе-хе, минус 2. Так, ХП у нас пока одинаково с ним. Пока одинаково. Есть неплохой... Ёк-ла-мэне! Откуда ты такой появился-то? Надо его... Давай, говорю, замораживай его. Ага, так. И сделаем, пожалуй... Да, вот так вот мы с вами сделаем. И я вызову еще 2 себе растения. Кто у меня здесь остается? Капусточка. И это, ладно, хорошо, сгодится. Так, получает. Еще получил. Так, все, сумоист минус. Ну вот это, конечно, громозека, да. Если он сейчас ударит, это будет очень бобо. Так, у него 5 атаки. Че-то аквалангиста этого не хватало. Ненавижу карты, которые, ребята, действуют на воде. Это очень... Очень хреновенько, на самом деле. Так, я вызываю сюда и усиляю, пожалуй, 3 стрела. Вот это будет классно. По 3 атаки вот этот отряд полностью будет простреливаться на 3 урона. И капусточку вот сюда я поставлю. О, вот это вот замечательно. Капусточка получает 2-4. Поехали. Так, 6 единиц здоровья героя. Ага, он начал хиляться. Он испугался, чего только не знаю. Все равно этому не поможет. Туф, громозека готов. Так, что он получает? Что за карту он получил, ребята? Мне не показали. Мне не показали, что он-то получил. Какой-то бонус. Ага, ход зомби. Опять этот, блин. Кого он там все хилит? Я не могу понять. Главаря, что ли? Хорошо, мы сделаем вот так вот. Сюда выставим капусту. И еще получаем с вами 2 карты. Кто у нас здесь? 2-3 стрела. В принципе, это хорошо, ребята. Так, он получает безумие, а вот это плохо. А вот это плохо, что безумие, ребята. Ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? 2 раза он стреляет. Вот что это будет, ребята. Зомби получает +2, +2. Да вы что, издеваетесь, что ли? Вы это специально делаете, а? Блин. Так, хорошо, я выставляю сюда, ребята, 3 стрела. И давай вот так попробуем. Усилить свое растение. Поехали. Бам, получил. Вот так. Вот так. Уничтожает, гад, меня грибок. Бедный грибочек. Так, ну что, а теперь моя очередь, да? Пошел водяной отсюда. К чертовой бабушке ты достал там. Мешаешься только под ногами.
Я могу сказать, ребята, с полной... Опять он его выстрелил. С полной уверенностью, что здесь наша победа. Смотрите, три стрел простреливают три вот этих рядика. Все, в принципе, здесь победа за нами. Смотрите, как это будет эпично выглядеть. Бам! Дунс! Пока, громозека! Разгром тоже мне нашелся, блин. Ну что же, довольно неплохо. Победа растений, ребята, и у нас с вами еще один. Я думаю, что уже заключительный бой будет. Так, кстати, совсем немножко осталось для выполнения мега-заданий. Получим гемы с вами. Так, вот она, невыполнимо, как две грошины. Ну что же, я готов, ребята. Опять здесь у нас Замех. Мы против него будем драться, но здесь это уже будет как босс. Так, мы с вами убираем вот этого. Три стрела... Да подожди ты. Три стрела нам здесь в данный момент не нужен на ранней стадии. Грибок, в принципе, пригодится. Вот это вот три маны стоит. Да что ж такое? Ну ладно, хорошо, фиг с ним, ребята. Вот рука первая есть. Кстати, вот пенек очень хорошо делать под грибок. Потому что пень, он у нас изначально атаки не имеет. Он просто как щит идет. Плохие новости. Босс не из легких. Хорошие новости. У него не так много друзей. Замех начинает игру с плюс 10 единиц здоровья и тремя картами. Да я вижу, у него он 30-ка, ё-моё. У него 30-ка и 3 карты всего ему дают в руку. Побей босса, блин, побей босса. Ага, легко сказать, давай вот так вот прикроемся для начала. 30 здоровья, ребята, на 10 единиц больше, чем у меня. Видите, да, пенек у меня не может атаковать. Но если мы делаем на него атаку, это за счет, например, того же самого гриба, то это уже будет замечательно. Так, у нас с вами нет особого выбора. Мы вот так вот с вами выставляем и делаем вот так вот. Хоп, видите, теперь пенек у нас имеет атаку. И это хорошо, ему невыгодно, в принципе, атаковать. А зомби получает плюс 3. Черт, он не уничтожит. Да, он уничтожает пенька. Ну и сам тут, как видите, со всеми своими зомбарями распрощался. Так, а у меня, ребят, преимущество есть. Преимущество есть, потому что я могу... Давай-ка я вот этого выставлю. Двойной удар, вот сюда, по этой линии. Он стопудово сейчас будет либо уничтожать его, либо прикрывать. Нет, ничего не стал делать. Как-то странно для босса. А, у него карта там нету, ё-моё. Все, я понял, ребята. Так, выставляет, да? Она получает у нас на первом ходу, да, 4 катаки. Если она получает 4 катаки, мы с вами предположим... Нет, нету выгоды, ребята, особой нам. Просто обменяемся, тогда я, знаете, что сделаю? Я выставлю вот это вот колокольчик и вот так грибок сюда поставлю. И да, вот так вот. Я думаю, так будет оптимально, потому что все равно здесь будет обмен, как ни крути. Так, он получил свое, а здесь обмен. Все, так, 5 маны дается, мне дали заморозку, ребята, но я думаю, что... Да. Черт подери, сколько нам дает удобрения? 3, да? 3, хорошо. Мне придется, ребята, использовать. Потому что здесь мы снимем только с него броню. И вот так вот сделаем. Не пробьем мы сразу. Первый удар просто снимет броню с него. Ага. Так, что он там вытягивает? Наносит 3 единицы. Ты посмотри, у него как все, как специально все под руку идет, ребята. У меня остается 3 хп, и именно в этот момент он наносит урон. Говнюк. Да, ладно. Вау, это что такое? Это что за тропикано новое у нас тут, ребят, появилось? Я не помню такого. Так, мне придется вот сюда ставить капусту. И больше у меня никого нет, к сожалению. Капуста, конечно, сейчас погибнет. Ну и его зацепит. Нет? Нет? А почему, странно, мы его не уничтожили-то? Ну и что, что он в броне? Мы же броню ему задели. Так, я не знаю, ребят, что вот это за цветок, с чем его едят. Пока находится у вас 1+1, силу или здоровье. Не понял, честно говоря. Сейчас посмотрим, что это за эффект у него есть. Да ладно, 5-9, да... Откуда, блин, вы таких уродов-то берете, блин, мощных? Так, ну, этого уничтожаем, нет? Да почему мы не можем его уничтожить, я не могу понять. Сыграть сюда, давай сыграем. Надо было вот этого замораживать, блин. Кого заморозил-то? Так, ребята, это уже хреновый оборот. 9 хп у меня осталось всего лишь-то. Так.
Давай вот сюда капусту. Нам в любом случае надо ставить, прикрывать как-то свои, ребят, тылы, блин. Три стрелы у меня здесь. Сюда придется нам колокольчик выставлять. О-о-о. Так, тут обмен. Это понятно. Здесь тоже, я надеюсь, обмен будет. Уничтожен, наконец-то мы уничтожили. Так, здесь уничтожаем. Да, здесь, конечно, проигрываем. Так, у меня три стрелы, ребята, только остается. Я думаю, что сюда я поставлю... давай сделаем вот так вот. И вот сюда мы выставим три стрела. Слушай, ребята, у него одна карта, у меня вообще нет карты. Он начинал с... Ну что там опять, блин, зомби получ... Плюс 5 к здоровью. 13 хп. У меня только один вариант, ребята, бомбить самого босса. Мне вот этого говнюка не пробить. Просто не пробить. Что он сейчас будет делать? Что он будет выставлять? Кого он будет выставлять? Никого. Я не должен, ребята, пропускать ни одного удара. Поэтому я делаю вот так. Тю-тю-тю-тю. Карт у меня мало, конечно. Поехали. Стреляем. Одно хп, есть! Да, ребята. Ух. Отлично, я думал, честно говоря, что мы проиграем здесь. Блин. Аж мандраж был небольшой. Но, как видите, все удачно получилось. Роботы за меха могут проявлять слабость, когда их атакуют. Массовое уничтожение против массового производства. Ну, наши, ребята, растения, как всегда, на высоте. Совсем-совсем чуть-чуть, ребята, нам осталось. И 100 гемов получим. Да. Ну что же, ребята, мы с вами перешли на новую локацию. Остерегайся, чар зомби. Вот такая вот у нас лока. Но в нее мы уже будем с вами играть в следующем выпуске. Так что, ребятушки, надеюсь, вам понравилось. А на этом все. Всем пока и до новых видосиков, ребята. Удачи вам.